На борту вертолета Ми-17, экипаж которого был захвачен боевиками в Афганистане, действительно находился гражданин России. Эту информацию подтвердили в МИДе. Сам вертолет принадлежал Пакистану, он летел в Россию для проведения ремонтных работ. Из-за технических неполадок машина совершила жесткую посадку в афганских горах, в том районе, который контролируют талибы. 7 человек, помимо россиянина, на борту были и пакистанцы, не пострадали, но их захватили в плен.